В пятницу и субботу артисты Саровского драматического театра приглашают заглянуть за кулисы в формате производственной комедии «Берегите головы». Спектакль поставили этой весной к 75-летию учреждения. Почти вся труппа на сцене, обилие ярких костюмов и реквизита, музыкальное шоу и отчасти капустник, возрастное ограничение 16+. А в воскресенье драматический театр приглашает на семейный просмотр хулиганской фантазии по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». Для зрителей старше 6 лет. Билетов осталось немного. В художественной галерее продолжается марафон кинофестивалей в рамках проекта «0+». 12 октября саровчане смогут увидеть документальный фильм Лилии Филиной «Дом на колесах». Начало в 10 часов. Для зрителей старше 16 лет. По программе кинофестиваля «Дни научного кино «Фанк-2024» в 13:00 покажут документальный фильм «Биохакинг». Возрастное ограничение 6+. Сразу после на экране представят кинокартину «Шишкинские писаницы» 12+. Все показы бесплатные. 11 и 12 октября саровчане старше 3 лет смогут посмотреть несколько экспозиций в Музее народной игрушки. Полюбоваться творческими работами учащихся и педагога театра «Моды Русь» можно на выставке «Красота своими руками». Экспозиция «Семья всему начало» в рамках проекта «Все начинается с семьи» познакомит с авторскими работами семьи Цеповых. 11 октября в 17:00 все желающие могут прийти на футбольное поле стадиона «Икар», где пройдет торжественное награждение победителей и призеров чемпионата города по футболу и закрытие сезона без возрастных ограничений. 12 октября в Ледовом дворце пройдет открытая тренировка хоккейного клуба «Саров». В середине октября стартует чемпионат Нижегородской области по хоккею с шайбой. Наша команда активно готовится к сезону. На открытой тренировке все желающие смогут познакомиться со спортсменами и задать интересующие вопросы. Начало в 12:15 без возрастных ограничений. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.